вечная память. 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В 1945 году узники Бухенвальда подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей. По признанию самих эсэсовцев, узник, продолжительность жизни которого в лагере составляла менее года, приносил нацистам почти 1500 рейхсмарок чистой прибыли. За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, из них 5 миллионов – граждане Советского Союза. На сегодняшний день в районе проживает 5 человек, прошедших фашистские концлагеря.